Всем привет, с вами Жора. Сегодня я буду пересаживать мой ананас в большом горшке. Я хотел это сделать в апрель месяц, но получается, сделаю я это в конце февраля. И расскажу вам, что случилось. Короче, кроме растений, у меня есть еще один хобби, называется стоковая фотография. Я сделаю фотографии, загружаю на Shutterstock. Там продаю фотографии. И хотел сфотографировать этот ананас на этом фоне. У меня тут маленькое студио. И здесь растение было большое растение уже выросло красиво. Надо было добавить фона немного. Я решил отсоединить эту доску здесь. И здесь соединить вот так. И когда я пыталась отсоединить доску, короче, к сожалению, упала эта вещь, упала на ананас. Вот так он сидел, когда упал. Я вытащил его из горшка, и, к счастью, корневая система очень хорошая. Ну, я решил пересадить этот ананас. Покажу вам кашпо. Вот этот кашпо. Красивый. И много дырок я сделал здесь. Давай начинаем пересадку. Но сначала я буду отрезать эти сухие листья. Эти камушки я буду заново поставить на дне горшка. Сейчас я буду добавить грунт. Это грунт из магазина. Я мешал его с песком. Сейчас давайте посадим этот ананас. Вот корневая система. Вот так он выглядит сейчас. Но в принципе все, мы сможем его поливать немного и поставить в теплое место, желательно на солнце, если есть возможность. Дальше я буду очень осторожен. У него жесткие листья. Вот. Видите? И на этом все. Спасибо за просмотр. Поставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Жора. И увидимся в следующем видео. Пока!